better not fight for me. Дима идет. Дима, да. Да, наконец-то дождались. Дима, привет. Привет, привет, привет. Почему сегодня здесь? Почему сегодня здесь? Ну а где же еще, если весь город на улице, вся жизнь кипит на улице. Люди ходят, гуляют, люди ходят, общаются. Белые ночи начались, теперь с набережной никого не выгнать. Здесь будут песни до утра, здесь будет все. Поэтому сегодня мы здесь, на набережной Северной Двины. Да, только здесь. Ну а вообще белые ночи и сезон, мне кажется, вот такой жары, когда все люди гуляют, он начался вот как раз ночь музеев. И собрались мы сегодня здесь именно потому, что одна из точек, где проходила ночь музеев, это был Краеведческий музей. Здесь творилось... Вы вообще были на ночь музеев? Один раз, да. Один раз. А в этом году не было, да? В этом году тоже не было, да. Это было что-то потрясающее. Во всех музеях Архангельска, ну, таких центровых, которые посещают, творилось что-то невероятное. Здесь были танцы, здесь было солнце Маори, здесь был театр Панова. В музее ИЗО открылось несколько сразу выставок шикарных, просто потрясающих. А солнце Маори — это группа? «Солнце Маори» — это такое световое шоу. А, понятно. Вот, еще покажем тебе. У нас, кстати, будет сегодня гость, но это будет музейный работник из музея ИЗО, их музейного объединения. Я вам ее сейчас представлю. Вот, это Валерия Зиновьева. Ты, кстати, был здесь, в гостином дворе? Я, слушай, здесь был всего пару раз, и то это было... Здравствуйте. По-моему, выставка. Здравствуйте. Привет. Раз познакомимся. Здравствуйте, здравствуйте. Привет. Валерия, привет. Валерия. Сейчас нам поближе. Алексей. Очень приятно. Таисию уже знаем. Да, знакомы. И с пыльными древностями, таблички руками не трогать, хранитель, не подпускающий вас близко к экспонатам. Все это музейные традиции, которые за последние несколько лет смогли безвозвратно уйти в прошлое. Чтобы сегодня перед входом музея выстраивались очереди, нужен совершенно иной подход. Только для вас в эту ночь представления будут проходить каждые 10 минут. Самое главное, друзья, ориентируйтесь на звук колокольчика. Если вы его услышали, значит, в этом месте сейчас будет происходить действие. Ночь музеев – международная акция. Основная цель – показать возможности современных музеев и привлечь в них молодежь. Архангельск принимает участие в акции третий год. Но за это время проект сумел стать настоящим культурным событием для жителей города, к участию в котором привлекают творческие коллективы, музыкантов, танцоров и актеров. Потише, 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 потише! Ну послушайте! Вы послушайте, а? Часы бьют. Вот. Господи Иисусе. С каждым годом желающих попасть на программу «Ночь музеев» становится все больше. И чтобы посетители могли попасть на различные выступления, посмотреть экспозиции, пообщаться и перекусить, и при этом не состоять в пробке из массового скопления людей, в Краеведческом музее решили прибегнуть с помощью профессиональных организаторов. Мы сегодня ожидаем порядка 2000 посетителей. У нас задействовано больше 100 человек работников, актеров, участников мероприятий. Гостиные дворы – это прежде всего атмосфера, где на каждом квадратном метре музейного пространства не только внутри, но и снаружи можно было увидеть что-то интересное. Актеры непринужденно прогуливались по набережной и слушали песни уличных музыкантов. А посетители, ожидавшие своей очереди попасть в залы, могли рассмотреть ретро-автомобили, которые припарковались рядом с музеем, организовав своеобразную выставку под открытым небом. Я выпил луну круглый год. Мы ждем от вас.
и воспоминаний из вашего детства. В усадебном доме Плотниковой каждый желающий мог окунуться в мир советского детства, почувствовать себя маленьким, сев за большой стул, и поболтать ногами, недостающими до пола, поиграть в большие кубики, а за партой с откидной доской потренировать прописи пером и постараться не испачкать руки в чернилах. Вот результат. Современных школьников такого нету. Чистые руки. Интерактивная выставка называлась «Книги моего детства». Она стала второй невзрослой экспозицией в этом музее после «Елок моего детства». Здесь каждый мог найти свои любимые повести и стихи в уже потрепанных изданиях произведений советских писателей. А самые внимательные после просмотра экспозиции могли выполнить задания, которые предлагали музейные работники. Какая буква называлась? Я. Ер, так напишите карандаш. Еще. На конце желательно написать вот то, что положено, да? Вот этот ер. Вот, ер, да, вот написать. Это он. Ну хорошо, ну надо то есть захотеть. Почерк плохой. Так, проверяем дальше. Мы из медузы. Ер. Питание было организовано в духе советской эпохи. Самые усердные за выполненные задания получали талоны. А для тех, кому терпения не хватало, работал пункт денежного обмена, где по курсу 1.30 можно было приобрести вот такой настоящий советский рубль. И на него уже купить блины с чаем. Тематика «Ночи музеев» этого года была открытием, и музей ИЗО отразил ее в своей программе, открыв сразу несколько новых экспозиций. Прежде всего, через работы художников из Питера, питерских мастеров, и работы архангельских художников на выставке «Арт плюс джаз». Про выставку питерскую мне бы хотелось сказать немножко побольше. Это Санкт-Петербургский творческий союз, который существует уже и плодотворно работает около 20 лет, создал такую передвижную выставку, чтобы познакомить жителей Северо-Запада с разными стилями направлений современных художников. Самые разные работы, интересные, работы разного периода, и дают, мне кажется, очень хорошее представление о том состоянии изобразительного искусства, которое мы сегодня имеем. «Арт плюс джаз» – еще одна выставка, развернувшаяся в музее ИЗО. Фотографии музыкантов, афиши с концертов, музыкальные инструменты. Экспозиция рассказывает джазовую историю Архангельска 80-х, ее отголоски в нашем времени. Ночь музеев в Архангельске отличалась своей насыщенностью. Все стремились удивить и порадовать посетителей дополнительной программой, которая требует материальных вложений. У музеев на это средств нет, поэтому столь популярный вопрос о распространенной по всему миру, но отсутствующей в Архангельске практике бесплатного билета на ночное мероприятие музейных работников даже обижает. Мне кажется, что это вполне нормально. И не весь мир, это так уже сложилось, как бы такая традиция, что весь мир ходит бесплатно. Все, кто готовит программу музея, и крупные, и некрупные, все какую-то плату за это имеют. Музейная акция продлилась до половины второго ночи, но посетители не спешили расходиться. Всего везде и сразу, все очень интересно, и от музыки, каждой картины, каждой последней ноты, все очень впечатляюще. А так, ну, хотелось бы более, может быть, точности во времени выступления определенных групп, потому что, к сожалению, очень много технических задержек, как мы убедились, и это, к сожалению, очень напрягает, что ли, потому что не успеваешь на одно мероприятие, задерживаешься на другом. Хотелось бы большего объединения. То есть сейчас у нас отдельно гостиные дворы, отдельно вот художественное объединение и на набережной 78. То есть хотелось бы какой-то координации между всеми этими музейными объединениями. Вопрос о том, чтобы сделать ночь музеев бесплатной в Архангельске, для горожан уже не стоит. Однако есть предложение – создать единый билет на все музеи города. Это позволит сделать посещение выставок и экспозиций более доступным, ведь современный подход к пропаганде музеев привлекает все больше посетителей.
Для нас Ночь музеев – это же вообще цель акции, это популяризация роли музея среди молодежи, то у нас в первую очередь, конечно, это и так и было, но обязательно показать не театрализованные представления, не различные музыкальные коллективы, а в первую очередь показать наши выставочную деятельность, выставочные проекты. Поэтому действительно в первую очередь у нас идет работа с посетителем, экскурсионное обслуживание и наши проекты. Я правильно понимаю, что музыка – это средство привлечь молодежь? То есть все это как бы попутно для того, чтобы правильно, привести? Да, ты правильно все говоришь, это привести и как-то расширить кругозор, и это все равно как сопутствующее, это не как основной вид деятельности музея. А для тебя вот вопрос достаточно простой. Для чего сегодня нужен музей, на твой взгляд? Вот я считаю, это глобально, мне правда интересно, вот твой взгляд как работника изнутри. Как работника, ну у меня он все равно будет такой сугубо, да, личный, и более того, я хочу сказать, он такой будет музейный, но, конечно, это же для привлечения посетителей, для развития, он нужен все-таки для человеческого развития, потому что человек не должен стоять на месте, он должен развиваться, и музей со своей деятельностью, он как раз помогает. Между прочим, я немного даже вам похвастаюсь, что мы первые в Архангельске, я и моя коллега, привезли в Архангельск Ночь музеев. 3 года назад музейное объединение впервые присоединилось к акции Ночь музеев, и мы первые, кто организовали акцию в Архангельске. А вообще, вот... Коллега, извини, пожалуйста. Кулешова Ольга. Ага. Прозвучало как вызов просто. Я нисколько не выпендриваюсь, ага. Но на самом деле у нас всю жизнь был арт-фестиваль «Белая ночь», который проводился в июне тоже для популяризации современного искусства. А затем 3 года назад мы решили, что нужно развиваться, у нас все-таки музейное объединение, у нас 5 зданий, и мы можем организовать уже Ночь музеев. И 3 года назад Архангельск впервые присоединился к этой международной акции. Ну а вообще, когда акция заканчивается, кто приходит в музей? Приходит ли больше народу, чем было? Ну, до Ночь музеев, конечно, столько нас уже не посетит, как Ночь музеев. У нас посетит в этом году около 2000 человек. Но я хочу сказать, тема Ночи музеев в этом году была открытие, соответственно, открытие новых выставочных проектов. И самое интересное, что у нас на площади Ленина, в Музее изобразительных искусств, в котором работаю я, открытие было целых 3. И на следующий день музей работал только с 3 часов дня, потому что работал в ночь. Так вот, музей был переполнен именно людьми, которые пришли второй раз посетить именно на выставке, потому что у нас действительно удивительные выставки открылись. Это «Арт плюс джаз», выставка, посвященная золотому веку джаза в Архангельске. Это выставка питерских художников авангарда. И поэтому действительно люди хотели еще раз посмотреть уже в более спокойной атмосфере. То есть по второму кругу пошли? По второму кругу. Слушай, меня вот тоже интересует, скажи, пожалуйста, в чем, на твой взгляд, залог успеха выставки? Вот что в ней должно быть? Что... Хорошая реклама. Я тебя даже не буду дослушивать, я сразу скажу. Обязательно залог успеха – это обязательно хорошая реклама и пиар-компания. Это самое главное, потому что выставка может быть интересной, может быть очень содержательной, но, к сожалению, она не будет раскручена, если не будет хорошей рекламы. Вот. А в Архангельске есть вообще профессиональный слой людей, которые занимаются продвижением? То есть там же очень много специальностей, которые занимаются работой в музее. То есть люди, которые ответственны только за пиар, именно в музейной сфере, есть те, кто организует саму выставку. Я даже не знаю, как они правильно называются. Это все правильно рассуждаешь. Насколько у нас этот рынок вообще развит? Плохо развит, конечно же, потому что... Но вот, например, в музейном объединении я сама нахожусь в отделе как раз, информационно-образовательном отделе, который как раз занимается и поиском выставок передвижных, и рекламой. Поэтому этот сегмент, к сожалению, развит слабо. Это связано с тем, что один человек, к сожалению, вот у нас в музейном объединении занимается... Многим. Всем. А точнее всем. А есть вообще вузы, которые готовят таких специалистов? Мне просто интересно, у нас вообще есть вот этот профессиональный слой, кто формируется? Нет, таких в Архангельске, на мой взгляд, по крайней мере, когда я заканчивала, еще не было, и, по-моему, еще все еще... Ну, это культурологи, наверное. Наверное, но я думаю, что они... Ну, может быть, еще менеджеры могут в какой-то сфере, они же тоже маркетологи, но, к сожалению, не так развит. Музейная сфера – это вообще отдельная тема. Вот я о чем говорю, что даже не культурологи, это очень узкая специализация. Да, это узкая специализация. Я знаю, что и в Санкт-Петербурге, и, например, не так давно были в Финляндии, у них целый есть курс, посвященный как раз именно музейной деятельности в рамках организации вот таких вот проектов, пиара. Но в Архангельске, по крайней мере, я о таком еще не слышала. Спасибо, Лер. Спасибо. Спасибо вам, что пригласили. Во второй части «Ночи на разговор» мы встретимся с участницами арктических экспедиций Марией Трофимовой и Ириной Порохиной. Что ждут они от предстоящих рейсов, приключений или тяжелой работы? Show must go on.